Бля, чувствую реально. Аркварден 9.14. Я думаю, что после такого можно вообще даже не анализировать катку. Когда вот, блядь, мид стоит чел, 14 раз дохнет, то просто надо встать АФК и все. Смотреть, как у тебя падает трон. Какая-то ебаная агрессия. Я не увидел, что там у него так мало хп. В принципе, можно было его пиздать, наверное. Съеби отсюда, блядь! Фу, блядь. Сейчас буду очень сильно потеть. Я злой, ребят. Я очень злой сейчас. Дальнего крипа забери. Блядь. Катик, ну что ж ты такой невнимательный? Ну что ж ты, блядь, такой невнимательный, нахуй, а? Ребят, началось. Вторая минута, мид сдох. Нахуй ты туда ходишь, блядь, вообще? Иди в лес, да уби, блядь. Нахуй видишь, я не понимаю. Ну че это за хуйня, блядь? Третья минута, она два раза сдох, блядь! Вы че, издеваетесь, что ли, сегодня, блядь? Не, я нахуй не хочу сегодня стримить, пизду, блядь. Третья минута, он два раза там сдох, 0-2. У чела 0-2 в миду, блядь. Ну типа... О какой игре, блядь, идет речь вообще, если он два раза там уже сдох, блядь. О, еще один сдох. Не, это пиздец, это скрытый пул опять начался. Это ебаный скрытый пул, блядь. Я даже пытаться его пробить не буду, там пиздец, блядь. У него кольцо брони ебнуться сколько. Просто стою, смотрю, что я сделаю. Не, сегодня очень, блядь, сложный день. В плане киберспорта, я понимаю, что... Потом мне скажут, что я проебал, что-то сделал. Ребят, тут уже все, типа, ну вот, уже можно, блядь, АФК встать. Вот реально, вот сейчас уже можно стать АФК. Хотя я еще вообще ничего не сделал. Может, мида здесь взять, ребят, что скажете? Типа, вот после вот этого всего, блядь, как нормально можно играть вообще в доту, блядь? Как можно спокойно в нее играть, если у тебя просто вот, блядь, чел идет и фидит нахуй миду, блядь, и ничего с этим не сделать? Бля, я просто, мне нечего сказать, я пока просто помолчу, блядь. Я просто в ахуе. Я смотрю на это, мне нечего сказать. Как будто я играю, знаете, против какой-то профессиональной команды, блядь, а у меня нахуй какие-то, ну, типа, долбоебы. Не знаю, мидас покупать, ребят, или нет. Ну, в принципе, по голде у меня все более-менее нормально. То есть по крипам написано, ну, типа, 200 голды въебал, это мелочь. Против кентавра это вообще мелочь, правильно? 41 крип есть. С купом иду. Бля, все пишут покупать, а я взял уже этот, как его, мом. Не, ребят, я не буду, я просто... Я боюсь, что если я сейчас пойду в мидас, нас пушат. Так-то хотя бы с момом хотя бы можно как-то будет драться. То есть мом больше пак подает. Правильно? Типа они сейчас пойдут уже ломать трон, нахуй. Со своей обезьяной. Обезьяна хочет это делать, понимаете? Есть купол, но на кентавра ставить не буду. Мы не пробьем там ангвард. Хотя не, он худ купил. Бей! Ну! Бомжа разъебал на кнопках, блядь. Да убей нахуй собаку, блядь. Есть. Дай уже снайперу пофармить. Это снайпер четверка, братик. В этой игре ему не положено фармить. Это четверочка. Мне нравится, что Марс постоянно умирает. Это пиздец. Блядь, не видел. Наебал, блядь, дурака. Ладно, перемещаемся на троечку, потому что в лесу опасно. Там три персонажа сейчас находятся. Ебать, я там реально потерялся. Я там потерялся, блядь, честно скажу. Не буду пиздеть. Я вообще не понял, что происходит. Там у него какой-то сайленс, блядь, появился. Откуда, блядь, у обезьяны сайленс? Он орчит купил, что ли, блядь? Пиздец, я чуть из-за этого не сдох. Ну чё вы смеетесь-то, блядь, там... Откуда вы знали, что там сало, блядь, 16-я минута? Ты видел, он на меня закинул сало, блядь? Лечу, ребят, лечу. С куполом лечу. Помощь будет, поддержка будет. Поддержка будет, ребят.
Да уби, блядь, да уби нахуй бомжа этого, блядь. Главась не прощает, ребят. 17 минута 5-0. Лайки поставите за эту игру. Ладно, все, это, блядь, я поплыл нахуй. Вот с ним не надо связываться. Если ты видишь дурака, блядь, вот у тебя кинуло с дураком, блядь. Их надо обходить стороной, блядь. Ну, типа, все, понял. Уйдите оттуда, у тебя ОХП, куда ты, блядь, идешь? Уйти, оставить Марса, уйти. Я без купола ничего не сделаю. Я без купола даже туда не пойду. Долбоёб, блядь. А чё ты тогда не писал, блядь, когда я 5 фрагов сделал, блядь, что я, типа, я охуенный, блядь? Ты только нахуй минусы видишь, когда, блядь, я где-то ошибся. 5 фрагов сделал, блядь, никто не похвалил. Один раз обосрался, пишет долбоёб, блядь. Сука, тварь, блядь. Стрим-снайпер по-любому. Так, есть купол. Пойти же реализовать его кого-то. Может, без БКБ стрёмно делать? Ну а что делать? Просто так сидеть хуярить леса с куполом как-то не очень круто. Блять! Кристалку. Я не могу это играть, блять, просто. Я не могу это играть. 21 минута, чел вышел с мида. Вот это вот. Дабл демедж заберите. Ну что ты стоишь, блядь? Принимаем. Нет, не принимаем. Это забей нахуй. Он просто стоит и смотрит, как его убивают. Хуёвый купол. Хуёвый купол. На. Пусть пиздуй, пусть пушит, я не хочу это играть. Нахуй, это нереально, блядь. Ну вот этого чела не хватает, ну его нету. Хотя нет, подождите, если так вот разбирать катку, ну, смотрите, искать, кто виноват, кто долбоёб и кто заруинил. Тут не один только, ну, персонаж это заруинил. Тут, на самом деле, у Марса тоже мало. У него нету БКБ на 25-й минуте. У чела нет БКБ, это ж пиздец. Ну, типа, а как ты вообще там стоял, блядь, эту линию? Ладно. Я не буду это анализировать, просто я понимаю, что я в скрытом пуле. Я сейчас буду каток 10 играть с долбоёбами, поэтому смысла не вижу в этом. Это Рошан, чего вы стоите там? Ну, нет смысла, ну, блядь, что ты сделаешь, если вот этот чел, блядь, просто, нахуй, не умеет фармить, блядь, просто не умеет фармить крипов, блядь, что ты с этим сделаешь, ну, ничего ты не сделаешь с этим, блядь, ничего, блядь, просто ничего, его выебли там в миду, блядь, и все, нахуй, он бегает, блядь, ноль импакта, блядь, ноль, нахуй, ноль, блядь, и вот это второй, блядь, чел, вот это вот второй, нахуй. 14-я, 25-я минута, у него нихуя нету. Типа, нахуй ты играешь, блядь, в харде, если ты не можешь нафармить ебаные слоты. 25 минут, сука, блядь, где твое ебучее БКБ, блядь? Иду.
Уже даже играть не хочется. Я уже все сдался, блядь. С этими долбоебами играть нахуй. Набрали какой-то параши, блядь. Нафидели, блядь, бегают как уебаны. Я не хочу это играть вообще. Долбоебы, блядь. Ну вот, два чела мне въебали игру. Вот этот, блядь, и вот этот товарищ его. Вот такой же. Прям один в один такой же, блядь. Ноль импакта. Это можно АФК встать уже. Face forward. Сколько вот это денег сейчас стоит? Вот сколько, блядь, это денег, нахуй? Мне просто вот интересно. 27-я минута. Сколько вот здесь денег? Давай посчитаем просто. Вот, блядь, просто, блядь, сейчас достану калькулятор, посчитаю, сколько у него сейчас нетворс. Мне вот интересно. Фейзы смотрим. Ребят, посчитайте, у кого есть калькулятор? Плюс 1000, 2500, плюс 2700, 5200, плюс 600, 5800, 6000. 28-я минута. А, 6000. 7600. 28-я минута, 7600, блядь. Ну, типа, это пиздец. Это вообще, даже не хочется это, блядь, комментировать, понимаешь? Ну, типа, это пиздец, позор, блядь. Это просто позор ебаный. Сука, 7600, блядь, зафармить за 28 минут на миду, блядь. Ну, ты чё, долбоёб, что ли? А как ты собираешься вообще побеждать, блядь? Чем? Хуем, что ли, будешь, блядь, долбить, я не знаю. Не, все, я уже сдался 10 минут назад. Я просто бегаю, жду, пока трон сломают. Я уже не играю, ребят, если что. Ну, типа, я понимаю, что это не выиграть. Это продолжение скрытого пула. Игра с долбоебами, блядь. Не хочу с такими даже играть. Даже стараться не хочу. 5-0 вышел с линии. 5-0, блядь. Разъебал всех, блядь. У меня опять в миду чела обоссали. В харде какой-то дурак, блядь, стоит. Сдохни, блядь, тварь. Сука, везучая, блядь. Похуй, я уже сдался сразу, сказал. Мне интересно, сейчас возьмем какую-нибудь катку. Давайте возьмем катку, вот просто вот эту, где победная. Я сыграл на легионке в харде. Вот сейчас просто откроем график, посмотрим. 30-я минута, сколько у меня было? 30-я минута, 17 тысяч. У него 7. Блять. Повезло, что сайленса нет. Разъебал. Ну, от меда все зависит, понимаешь, типа, от меда все зависит. Если у тебя челик постоял хорошо мид, то, скорее всего, ты просто, блядь, пойдешь и спушишь все остальное. Типа, у тебя все заебись, блядь, фарм есть, все есть, блядь. Если у тебя какой-то долбоеб попался, которого там обоссали, то и фарма не будет, ничего не будет, ты просто будешь стоять и пытаться как-то отдефаться, и тебя все равно скушат. Ну, типа, это классика, тут ничего не сделаешь. Типа, вот этот чел выиграл мид и просто ничего не сделать. Он на третьей минуте два раза ебнул Эмбер Спирита, и, в принципе, на этом можно было и закончить эту игру. Бля, еще типает, понимаешь, еще типает. И вот, сука, постоял против бомжа, блядь, в миду, нахуй, еще типает. Это вообще пиздец, блядь. Е, БКБ купил, ребят, 33 минута. 33-я БКБ у чела. Сейчас разъебет, смотри, пошел. Пошел, смотри, пошел. 33-я минута, блядь. Просто, блядь, я не знаю. Ну как, блядь, можно фармить, сука, так, блядь. Ёбаный рот, блядь, сука, нахуй. Просто, блядь, я не понимаю этого, нахуй. Блядь, я на руле, нахуй, сука. Нафармлю, блядь, в два раза больше, блядь, я не знаю. Бля, это просто пиздец, сука, ёбаная, блядь. Зачем нахуй ты идешь в мид-то, блядь? Зачем вообще, блядь, играть, если ты долбоёб? Бери саппорта, блядь. Нахуй ты берешь эти позиции, блядь. Ну это просто... Ну невозможно нахуй выиграть, блядь. Уроды, блядь. Давай, один на один, блядь. Кнопки нажмешь, блядь. Пошли нахуй.
использовать, бля, ёбаные. Ты руина. Да нет, брат, к сожалению, не я руина. Там мне не надо никакие претензии предъявлять, блядь, я вышел с линии 5-0, блядь. Я тебе сейчас покажу виноватого. Если ты хочешь, блядь, ну типа, может ты пришел посередине катки, может быть ты не видел, что происходило. Я тебе покажу сейчас, смотри. То есть ты думаешь, что вот этот чел виноват на войде. Смотри. Во-первых, открывается вот так, вот так. Здесь тебе что-то надо сказать еще? Вот здесь, ну. Мне, может быть, что-то сказать или нет? Или можно на этом закончить, блядь, анализ этой игры, блядь? Или что-то здесь еще сказать тебе? Вот здесь. Нужна аналитика, нет? Или ты, может быть, хочешь сравнить вот этого, нахуй, челика? Ну, давай, блядь, доебись, давай, да, давай. Может быть, вот это тебе показать, блядь? Ну, давай, блядь, что? 8-100, 8-300, вопросы какие? Открываем Эмбера, блядь. Здесь 8-800, блядь, здесь 5-100. Вопросы есть, нахуй? И ты мне будешь что-то пиздеть еще, что ли? Ладно, давай дальше, окей, типа. Открываем Марса, открываем Кентавра. Ну, плюс-минус одинаково, ладно, вопросов нету. 7-100, 7-0, типа. Ну, то, что здесь 4-4, открываем ВК, у него 2-1, ну, типа, норм. Вот здесь вся претензия, вот. Вот этот чел в соло проебал игру. Один, блядь, просто один проебал игру. Проебал Доту 2. Просто потому, что он, ну, проебал мид. Не то, что проебал, он просто там обосрался, блядь. Ну, на 3,5 тысячи, на 3,700 его перефармили, блядь. На 3,700, блядь, ты понимаешь, нахуй? Как с ним ты будешь играть? От него ноль импакта. Алло, ебанат, у тебя нетворс одинаковый с Эмбером и с Марсом? Реально? Серьезно? Подожди. Ты хочешь сказать, что на 16 минуте у меня 3,300? Ну, давай посмотрим. Нихуя, смотри, 6,100. У него 3,500, блядь, а у меня 6,100. И что, блядь, ты скажешь, нахуй? А, может быть, ты в конце игры, блядь, так ясный хуй, когда выходит обезьяна, блядь, перефармленная, 9 тысяч и начинает бегать всю карту, ебать. ВК, блядь, 10 тысяч, нахуй. И кентавр, блядь, 7900, выходят они втроем, а у тебя вот этого чела нету. Ну, его нету, блядь, в игре. Его просто нету, нахуй. У меня нету мидера, блядь. Он уровня, как кентавр, блядь, с харды, понимаешь? Ну, типа, он ниже меня уровня, блядь, с мида вышел. Какой нахуй? О какой игре, блядь, ты вообще что-то там рассказываешь, блядь? Здесь нет шансов на победу, просто потому что вот этот чел в соло въебал Доту 2. Один, блядь. Просто один проебал. Ты мне будешь сидеть что-то рассказывать про Доту, блядь, про одинаковый нетворс, нахуй. Где он одинаковый? Покажи, блядь. Где он, сука, одинаковый, блядь? Здорово, Серёг.